Ты, Жень, такое чувство сегодня было, реально, о парине. Такое чувство, что твой день. Ну, наверное, мой точно день. Было вот это чувство какое? Легкости, радости, все получалось. Наверное, чувство больше выполнить нормативы было на Олимпиаде. Это больше чувство. Мы разговаривали с тобой на Знаменске. Я помню, ты был расстроен очень. Вот это 2:33. Да, да. Сегодня все удалось. Да, наконец-то. Удалось легко. Да, сегодня удивительно, сегодня легко пробилось прям очень. Трибуны? Трибуны помогли, да. Чебоксары молодцы. Про 36 же, да? Мы 6 там, да? А первая попытка прям была замечательная, да, потом... А потом уже голова не начала работать, а эмоции из-за этого не получилось. В разбеге все, большинство беда у меня. Евгений Петрович, он ничего не говорил. Он говорил только давай, давай. Не, подсказывал, говорил, что я не лез плечами туда. Сильно клювал. То есть ты впервые выиграл чемпионат России. Смотри, сегодня как? Золото, норматив и лидер мирового сезона. Приватно.